Итак, друзья, поздравляем, вот обучение этому фокусу. Для этого фокуса вам понадобится 4 туза и обычная колода карт. 2 туза любых, одного цвета, вы кладете наверх колоды, лицом вниз. Одного из тузов, уже другого цвета, вы кладете наверх колоды, также лицом вниз. И еще одного туза, любого, идентичного с цветом того, которого вы только что положили наверх, то есть черного, кладете лицом вниз, вниз колоды. Итак, вы даете зрителю выбрать любую карту. Любым способом. Лучше все это делать либо так, либо пролистыванием. Зритель запоминает вот эту вот карту. Вы ее немножко выдвигаете вперед и накрываете вот этой стопкой. Далее, что вы должны сделать, вы берете колоду карты вот в такой захват. Нижние 4 пальца у вас находятся здесь, большой здесь. И вы стягиваете этими пальцами 2 верхние карты, то есть 2 туза. Вот так зажимаете и выхватываете вместе с этой картой. Быстро это выглядит вот так. Так, еще раз. У меня наша подготовка. Зритель выбрал любую карту. Запоминает ее. Вы взяли и вытянули эту карту вместе с 2 тузами. Быстро это выглядит незаметно. Когда вы показываете карты с 2 сторон, или вы можете отдать их зрителю, вы делаете брейк под 2 картами. Лучше всего отдать эти карты зрителю, потому что одной рукой сдвинуть 2 карты неудобно. Но или вы прикрываете вот так вот веером и сдвигаете эти карты. Далее, что вы должны сделать, вы переворачиваете тузов вот так вот. То есть, чтобы немножко выдвигаете вот эту вот карту. То есть, вот так. И говорите, что положите эти карты наверх. Вы отгинаете эти 2 карты, как книжку, и кладете сюда вот этих вот тузов. Соответственно, здесь у вас осталась вот эта вот карта. Вы делаете брейк под 2 картами, задвигаете вот эту вот карту и убираете сюда только 2 карты с брейка. Здесь у нас остался вот такой вот расклад. Далее просите зрителя выбрать еще одну карту. Запомните ее, кладете ее уже наверх. Делайте брейк под 4 картами. Делайте любую сменку, можете сделать вот так, к примеру. И говорите, что наша карта изменилась на 4 тузов. Но между 4, ой, между 2 черными тузами у меня карта номер 1, валец, черви. Берете эти 2 карты, ставите брейк под этой картой, переворачиваете. Берете карты с брейком, слистываете одну и показываете, что здесь у вас между ними карта номер 2. Итак, еще раз. Наша подготовка 2 туза, туз и туз. Эти карты нам не понадобятся. Зритель выбирает любую карту, запоминает ее. Кладем ее сюда. Быстро. Карта оказывается между 2 тузов. Делаем брейк по 2 карты. Кладем карты вот сюда. Убираем 2 верхние карты сюда. Даем зрителю выбрать еще карту. Делаем брейк под 4 верхними картами. Делаем сменку. Здесь у нас это. Берем эти 2 туза, делаем брейк, переворачиваем. Берем с брейка, слистываем. Вот и все.